в Москве в конце лета появились маленькие электромопеды с надписью «ВЖИК». И в тот момент, когда их стало очень много, я, конечно же, заинтересовалась, что же это такое. Оказалось, что это шеринговые электромопеды. Москва до сих пор не может справиться с электросамокатами и с дураками на них. А теперь появились еще и электромопеды, которые быстрее и тяжелее. Давайте посмотрим, что же это такое. Итак, вот так выглядит этот электрический мопед. Сначала я расскажу, что необходимо сделать для того, чтобы его арендовать. Это работает так же, как в случае с приложениями электросамокатов или каршеринговых автомобилей. Достаточно просто скачать приложение ВЖИК и обязательно иметь права любой категории. Это соответствует правилам дорожного движения. Для того, чтобы управлять таким маленьким электромопедом, достаточно иметь права категории, например, Б на автомобиль. Далее нам компания утверждает, что здесь есть два шлема. Давайте посмотрим, насколько это так. Для начала его нужно разблокировать. Действительно, здесь есть два шлема, но я как человек, который владеет мотоциклом, могу сказать, что этот шлем, в принципе, не защитит практически ни от чего, потому что он очень легкий, я думаю, что не сильно соответствует нормам безопасности. Здесь есть действительно жилет, предполагаю, что надевать его будут не все. Шлема два, видимо, потому что этим транспортным средством можно управлять вдвоем, но я этого делать вам сразу говорю, крайне не рекомендую. И также компания утверждает, что вместе со шлемами должны идти одноразовые подшлемники, но их здесь нет. Я действительно искала, здесь лежит какой-то мусор. Два светоотражающих жилета и подшлемников, конечно же, нет. Подшлемник необходим для того, чтобы, ну так как это шлем, который будет сидеть на голове каждого человека, кто возьмет в аренду, для того, чтобы все-таки каким-то образом свою голову защитить. Еще хочу обратить внимание, что вот несмотря на то, что в аренду поступили эти прекрасные, в кавычках, электромопеды совсем недавно, визор уже поцарапанный и грязный. Визор крайне важно опускать, если ехать по дороге, потому что в глаза могут попасть насекомые или камни, и можно остаться, собственно говоря, просто без глаз. Но с таким визором ездить достаточно тяжело. Вообще, конечно, шлем всегда должен быть индивидуальный. Шлем в прокат – это что-то невозможное. Еще хочу обратить внимание, что, например, вот на моем электромопеде, который мне удалось арендовать, уже отсутствуют зеркала заднего вида. А учитывая, что на данном транспортном средстве можно ездить только по дорогам и ни в коем случае нельзя ездить по тротуарам, то, конечно же, при перестроении, ну и в принципе вообще при любом маневре, который участник движения осуществляет на дороге, нужны зеркала. Но здесь их просто скрутили. Я думаю, что не исключено, что его и дальше будут разбирать по частям, и люди все равно будут брать его в аренду, но подвергать, конечно же, себя и других людей опасности. Управлять, конечно же, этим мопедом достаточно легко. Здесь, собственно говоря, нужно нажать всего лишь несколько кнопок и газовать, но в этом-то и есть опасность. Этот электромопед достаточно легкий и может сложиться ложное впечатление, что управлять им совершенно безопасно. Но на самом деле, конечно же, это не так. Я считаю, что если участник дорожного движения все-таки выезжает на дорогу, у него хоть какой-то опыт управления двухколесным средством все-таки должен быть. Как заявляет прокатчик, данный электромопед разгоняется только до скорости 45 км в час, но, как мне известно от людей, которые уже управляли этим мопедом, он разгоняется все-таки и больше. И заряд батареи держит до 75 км. В целом, я могу что еще сказать, что учитывая, что ему нет и месяца, как он находится в аренде, он выглядит уже достаточно обшарпанно, видимо, он уже падал, видимо, им уже достаточно активно пользовались и не очень, видимо, аккуратно. Я очень люблю двухколесные виды транспорта, но это большая ответственность. Если человек решил купить себе свой собственный мопед, то он тратит время, тратит деньги на него и старается, конечно же, не попадать в плохие ситуации и максимально его беречь. От электромопедов, которые сдаются в аренду, такого ожидать, к сожалению, не приходится.
Также обращаю внимание, что опыт арендаторов никаким образом не проверяется. То есть человек, имеющий права категории Б, это права на автомобиль, и не имеющий никакого опыта вождения, может арендовать мопед. А двухколесное средство передвижения гораздо более опасно, чем автомобиль. Даже маленькое столкновение с машиной и мопедом может привести к летальному исходу. Поэтому я считаю, что запускать такой сервис в большом городе – это затея очень опасная и повлечет за собой только плачевные последствия. Надо четко понимать, что в случае с электромопедами есть четкие правила дорожного движения. Например, ездить можно только в шлеме, но я уже видела людей на электромопедах без шлема. Можно ездить только по крайней правой полосе, но я уже видела людей, которые передвигаются по тротуару. В общем, мы получаем то же самое, что электросамокаты с арендаторами, нарушающими ПДД, только гораздо мощнее и тяжелее. Безусловно, это средство передвижения несет опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения. Сейчас нет очень серьезных скандальных ДТП с участием этих маленьких китайских электрических мопедов, которые сдаются в аренду, лишь только потому, по моему предположению, что аренда запущена всего лишь менее месяца назад. Но я считаю, что мы не должны этого дожидаться, а должны каким-то образом урегулировать этот процесс до ДТП. От себя я могу сказать, что я на нем прокатилась в первый и уверена, что в последний раз. Мне совершенно не понравилось. Мне кажется, этот маленький уродливый мопед позорит все двухколесные виды транспорта. Единственное, что на нем безопасно можно делать, это сидеть. Прошеем в большом городе тема, но с безопасностью проблема. Китайских жить дорог не разгрузит, скорее жизнь твою до гробового ящика сузит.